В аэропорту его встретили со всем размахом русской души. Под песни народного ансамбля казачьей песни президента Всемирных хоровых игр под Чувалькараваем. Как отметил сам Гюнтер Тич, он рад вновь приехать в Россию и уверен, что эти две недели станут настоящим праздником. Конечно, главная особенность этих всемирных хоровых игр – то, что мы впервые приехали в Россию. Хоровые игры мы уже проводили во многих странах мира, но впервые мы приглашены в Россию. Ну и с другой стороны, российский народ очень гостеприимный, сердечный – это тоже хоровая нация. Я думаю, что здесь будет замечательный праздник. Напомню, всемирные хоровые игры пройдут в Сочи с 6 по 16 июля. В город приедут 283 вокальных коллектива из 36 стран мира. Концерты пройдут на 7 площадках. Посетить их жители и гости курорта смогут бесплатно. А 12 июля от Зимнего театра по Курортному проспекту пройдет грандиозный парад хоров.